Меня зовут Хасан Насрула. Я из Ливана. Около 5 лет как женат. Мне 32 года, и у меня 2 сыновей. Около 7 лет, как я окончил университет по специальности политологии. Работаю я в ресторанном бизнесе. Люблю социологию. Сейчас работаю управляющим ресторана и кофейни. Занимаясь кофейней, я приобрел много друзей. У меня много знакомых среди банковских работников, футболистов, госслужащих, и вообще у меня много друзей. Люблю готовить еду и сервировать блюда. Хочу занять этими других людей. Я открыл кофейню, и дело пошло хорошо. Людям тоже нравились те блюда, которые мы готовили. Учитывая свой опыт, мне пришла идея. Во время одного из зияратов на Арбаин мы вошли в шатер иракцев. Познакомившись с ними, начали помогать им в приготовлении и раздаче еды, чтобы заработать вознаграждение. Меня увлекло служение паломникам имама Хусейна, мир ему, и я решил работать независимо. То есть сделать здесь то же самое, чем мы занимаемся в Ливане. Как вы знаете, ливанская кухня нравится всем. Иранцы, иракцы, йеменцы и все остальные любят нашу кухню. Мы с Божьей помощью начали работу, желая расширить ее. Вначале у нас была только одна маленькая печка для приготовления блюд. Сейчас же мы готовим различные ливанские и средиземноморские блюда и угощаем паломников чаем и варим для них кофе. Хвала Аллаху, мы уже 3 года как начали заниматься этой работой. И с каждым годом наш шатер только увеличивается. В прошлом году нас было 15 человек, и у нас было 4 печки. В этом году 35 человек и 8 печей. Мы стараемся в следующем году модернизировать условия отдыха для паломников. Мы хотим обслуживать как можно больше паломников, и ливанских, и из других стран. У нас работают люди разных возрастов, от подростков до пожилых мужчин. Мы все посвятили себя в эти 20 дней своей работе. Оставили свои семьи, друзей, работу, только чтобы служить паломникам. В служении имаму Хусейну нет разницы между старшим и младшим. Все мы едины в служении имаму Хусейну и его паломникам.
Каждый день мы ждем, когда пройдет год, и мы снова приедем на Арбаин, чтобы делать более комфортным отдых паломников. Расставлять столы и стулья, устанавливать шатер, выравнивать и настилать землю, все остальное, только чтобы паломник мог зайти к нам, отдохнуть и спокойно продолжить свой путь к имаму.